НАТО во главе с США разрабатывает план по созданию и развитию кризиса по образцу украинского в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония считает себя западной страной. Помимо этого, она имеет исторический конфликт с Китаем. Все это будет полностью использовано Вашингтоном, и Япония может стать азиатской Украиной, если продолжит следовать стратегии США по тесному сдерживанию Китая, заявил китайский военный эксперт Сун Джунпин в статье для газеты Global Times. Если в Азии найдется страна, готовая следовать указке США, как Украина, играющая роль марионетки для поддержания гегемонии Вашингтона и сдерживания Китая, то вполне возможно повторение украинского сценария. По мнению Джунпина, на эту роль в настоящее время более всего подходит Япония. Комментируя недавнюю поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в азиатский регион, Джунпин отмечает, что одной из целей являлось координирование стратегии Вашингтона по сдерживанию КНР. По его мнению, власти США могут попытаться добиться расширения своего влияния в Азии двумя способами. Созданием нового военного блока при помощи увеличения альянса AUKUS, трехстороннего соглашения между Австралией, Великобританией и США, или включением новых стран в блок НАТО+. Кроме Японии и Южной Кореи, в эту схему уже включены Новая Зеландия и Австралия. Ранее сенатор Совета Федерации Ольга Кавитити заявила, что для осуществления контроля над Евразией Вашингтон готовится к конфликту с Китаем. Сенатор указал на то, что Вашингтон в 21 веке снова затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы – Россию и Китай. Кавитиди также допустила участие Японии в конфликте на стороне США. Ранее правительство страны объявило об удвоении военных расходов на следующие 5 лет – с 2023 по 2027 – до суммы 80 миллиардов долларов. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США и Япония подпишут новые договоренности об усилении сотрудничества оборонных компаний. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказал свое отношение к действиям Америки. Он отметил, что продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом укрепления альянса, США погружаются в создание нового военного блока азиатской версии НАТО.